Друзья, всем привет! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, и мы сейчас проходим Skyrim Special Edition Dawnguard. Поехали! Тут эти вот фолмеры замерзшие, которые дают тебе снадобье сопротивлению холоду. Ну, сопротивление холоду у вампира, по-моему, обалденнейшее, ребят. Так, ага, моя девочка присела. Ну ладно, пойдемте, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть-чуть Steam включил. Ух ты, скелетик. Бедненький, привалило тебя. Тут огромный зал. Эти фалмеры, они вмерзли в лед. Интересно, давно они уже так? А я-то думала, в Каир не душ жуть. Это да. Снадобье. Благословение Ауриэля — это добавление урона всем лукам. Буран. Ух ты, чёрт! Ого, нежданчик! Ты издевайся! Вот это да! У него какие-то крылышки еще. Вот это я... обделался малость-то. Ого, вот это нежданчик. Что это за дурацкий прей? Парень, как дела? Милаха. Все отходят, да. Ну да, я давненько не мылся. Уже сколько серий. Хотя нет, подождите. Перед Дангардом, по-моему, я купался. Ну что ж, сейчас заберу все эти драгоценности и будем ждать нежданчик. Тут каждый фалмер может выскочить. Интересно, если он будет живой и я его ударю, он распадется? Ух ты, держит как ледяну. О, блин! Нет. О-о-о! О, блин! Вот это да! Так, дайте-ка я сейчас... Так, для Верочки. Не, видели, я ударил, ничего не произошло. Значит, просто нужно ждать, пока он превратится. Блин. Вау! Так, это получается, я отсюда пришел, да? Угу. Больше никто не живет. Так. Вот, наверное, вот эта вот сейчас парочка живет, да? Да! Ух ты, какой он ужасный! Вы посмотрите, у него... изо рта какая-то как кровь. О! Я не понял. Он что, разморозил его? Или что это было только что? Это да. Так, ребята мне еще подсказали, что здесь есть небольшой секрет. Да, да, да. По-моему, он находится вот здесь. Нужно поставить сюда нашу вазу, и откроется тайный проход. Ладно, пойдемте. Убитый скелетик. И великан. Да, снежный великан. Ребят, это последний. Последний снежный великанчик.
Так, безжалостная крика. Не-не-не, давайте я свой любимый циклончик. Дружок, привет! Полета немножечко. Блин, рано начал. Давай, давай распадайся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, в левую чашечку. Это было больно. Очень больно. Вот, рубиновый парагон. Ребят, так что мне осталось посетить это бриллиантовый парагон и рубиновый. Просто три других я проведал на стриме. И в одном из этих парагонов будет самый ценный артефакт. Будем ждать, когда я туда доберусь. Главное не пропустить. Ой, смотрите, это же получается дальше проход. Хотя стойте, дайте посмотреть. Но, ой-ой-ой, бедняги. Они просто пытались выбраться, но не смогли. Смотрите, он просто смотрит туда и умер. Бедные. Это ж снежные эльфы, ребят. Это остатки снежных эльфов, которых было не так уж и много. И они погибли. Ладно, давайте откроем этот проход. Нужно забрать. Не все так просто. Так, стоп, если я заберу, этот проход закроется, и я уже сюда не попаду. Так, секунду. Не-не-не, дайте-ка я тут немножечко осмотрюсь. Как это так? Я так не хочу. Потому что вот ворота есть. Так, эти ребята, наверное, 100% кто-то-то разморозится. Ладно. Огненного тронаха. Парень. Нет? Интересно, он так подогреется? Нет. Какой странный лед. О, блин! Воу! Заглючил-то как. Огонь-то боится. Боится огонек. Смотрите, какой он жуткий. Зубы такие у него. Ого. Но там был какой-то вообще особенный. У него прям крылышки были. Вы посмотрите. Ничего себе. Очень, очень мощный урон. Да при том, что я на легендарно. Я думал, что будет наносить там 0,01%. О! Ты круто с ним. Очень круто. Ладно. Что за книга? Грозовая стена. Порядок? Порядок. Так. Какие тут коридорчики? Ну, эта парочка, наверное, живет, так что я возьму. Ну? Не хочет. Ладно. 100%. Ты нет. Стойка. Железная плоть. Довольно простой такой свиток. Который, наверное, даже не буду использовать. О, я даже его почти не заметил. Ожерелье истинного здоровья. Вау. Эльфийский топор. О, бедняга, просто обнял, а ног у него уже нет. Жесть. А вот они. Господи, как это ужасно. Просто отрубили ему ноги. Фалмеры очень жестокие. Хотя это ж та же самая раса. Вот это да. Было бы невероятно здорово, если бы древних свитка 6 показали бы эту расу.
Только чтобы все было реально, ну. Ну, понятно, что это не будет, потому что постоянно разные сюжеты происходят уже в будущем, да? О, ребят. Я серьезно не выберусь отсюда. Я хоть все там взял. Что это за ловушка? А если там ничего нет? А я не сохранился. Ну, я как всегда. Стоп. А как я выберусь? Ага. Ладно, может тут будет какая-то потайная дверь. Давайте заберем весь этот лут. Стрелы эльфийские в основном. Ну понятно, тут же эльфы жили. Или там был пьедестал? Там, наверное, был, я его не заметил, да? А ну секунду. Да, вот же он, что... О, бог ты мой. Все нормально, ребят. Только давайте его заберем. Может, там будет еще какой-то тайный проход. Так, я хочу сохраниться. И пойдемте дальше. А, это скелет распался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы только посмотрите. Кто-то хотел спрятаться... То чувство, когда нажал немножечко не на ту кнопочку. Ага, все, я загрузился просто. Вы только посмотрите. Так. Он просто спрятался под столом. Вау. А кто-то пытался его найти и тоже умер, да? Невероятное место. Кстати, очень сильно их мебель напоминает Двеймерскую. Обратили внимание? Так, ну что ж, тут, наверное, будет драка. Давайте-ка я лучше сохранюсь. Ребят, я готов. Наверное, как только я, наверное, сейчас возьму вот это вот ожерелье или... Ага, это обруч водного дыхания. Поехали! Вот, смотрите, вот это вот с крылышками даже. На! Получай! На! Фу. Ну, за воином мы справляемся вообще без проблем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А это что? Тоже посмотрите. Господи, это типа его привалило и этого привалило. Это видно была какая-то пара. Просто тянется за ней и умирает. Или наоборот. Это да. Ладно, пойдемте дальше. Пойдемте, друзья, дальше. Огромные льды. Только можно вот сюда пойти. И тут у нас спрятан сундучок. Вау! Кстати, что это? Это, по-моему, секретная локация, на которую можно было подсмотреть, что она там была, а может и нет. Ладно, заберу. Стрелы, зелья. И уже этих зелий, которые не использую. Ну, ладненько, потом, если что, нашему Дриморе продадим. Вау. Вот это да. Часовня Ауриэля. Пробираемся дальше.
все замерзшее, все разрушено. Как будто лед. Все так разрушено. Ну, посмотрите. Это да. О, там кто-то есть. Найти викария Виртура. Он всех заморозил? Это его охрана? Я так давно не играл, что уже забыл. Господи, он как снежная королева. Какая-то, серьезно. Вот это да. Ты всерьез надеешься завладеть луком Ауриэля? Именно этого я от тебя и ждал, что ты приведешь ко мне свою очаровательную спутницу. Он что, обо мне говорит? А значит, как ни печально, мне от тебя больше нет пользы. Что? Смотри еще отсюда. Ух ты какой! Нет у него пользы, да? Извини, милаха. Но я не пальцем деланный. Я тот, который сейчас умрет, но я еще отомщу. Так, у меня хоть зелья-то были, я понабирал различных хилочек. Я тот, который кулаками Алдуина развалил. Я тот, который закидал Мирака паучками. О, ребят, сколько вас тут. Так, а ну разбегаемся. О, блин. Да ладно, сейчас убьют. На! Один готов. Отстань. Взлетай, мой дорогой. На! И последний. Давай, девочка. Впечатляет, но и только. Вы лишь оттягиваете собственную смерть. Берегись, он сейчас обрушит потолок. Что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вау, да это еще не все. Так, ребят. Расходимся. Тут ничего интересного. Оу, Рифик пришел. Жесть. Блин, еще потолок падает. Так, один готов. Не трогай Риклинга, красавчик. Просто до конца со мной. А ну давайте попробуем сделать такой фокус. О, вы видели? Он просто сидит ручкой, махает. Ну все до фонаря. На! Ого. Наверное, нужно брать супер скилл, ребят, да? А, у меня ж крик. А. Загружен. Ладно, я подожду. Парень, ты куда прячешься? Так, ледяной дядя. У меня сопротивление холода, так что мне пофигу. На! Я такие посильнее какие-то. Вот смотрите, с крылышками, которые обрубленные. Замороженный шаман. Ну что ж, осталось совсем немножечко. На! На! Вы смотри на эту тварь. Какой он жуткий. Нет, я не позволю обратить ничто с колесием под ногами. Давай-ка, я отдай нам лучше. Ого! Ты в порядке? Задница Риклинга? Я точно знаю.
Он там, наверху, на балконе. Капюшончик одел. Все разрушил. Реклинг. Так. Ну что, дорогой мой друг? Я еще очень, очень хотел... А, нельзя, нельзя сейчас использовать ничего. Хватит, Виртур. Отдай нам лук. Да как ты смеешь? Я был викарием Ауреля, девочка моя. Меня слышал сам Бог. Пока преданные не повредили тебе. Да-да, мы все это уже слышали. Гилибором и такими, как он, было просто манипулировать. Посмотри мне в глаза, Сирана, и скажи мне, кто я? Он вампир. Ты вампир. Но тебя должен был защитить Ауреэль. И в тот момент, когда меня заразил один из моих посвященных, Ауреэль отвернулся от меня. Клянусь, я отомщу, чего бы мне это ни стоило. Ты хочешь отомстить Богу? До самого Ауреэля мне не дотянуться. Но его влияние в этом мире в моей власти. Все, что мне нужно, это кровь вампира и его собственное оружие, лук Ауреэля. Кровь вампира, лук Ауреэля, это... Это ты? Ты создал то пророчество? Для этого пророчества недостает одного единственного, последнего компонента — крови настоящего вампира. Крови дочери Холодной Гавани. Ты ждал все это время, пока сюда придет кто-то с моей кровью. Что ж, очень жаль. Я намереваюсь исполнить его. Посмотрим. Ого! Какая-то сила. Что это за еще? Он крутой. Очень крутой. И драка, наверное, будет очень эпичная. Ну что, ребят, обойму уже посмотрим в следующей серии. У меня там целые фокусы. Тот, кто смотрел мое прохождение, знает, что там будет. Но мы посмотрим. Это уже будет в следующей серии. Всем огромное спасибо. Да-да-да-да, на самом интересном месте, ребят. Ну, все скоро будет. Все скоро. Все, друзья, это был канал Мистер Кейт. Меня зовут Герой Ван. Всем пока.